здесь, а как же я буду фотографировать? Ну, мы как бы хотим разные образы. Первое – это вечернее платье. Второе – какое мы там одели? Обычное платье. А, обычное платье. Это как бы, ну, типа как? Типа официальное, но не официальное, что-то такое. Потом третье – это топик и джинсы с каблуками. Ну, типа обычное все. Ну да, это как бы такое. И последнее – это в индийских костюмах. А вы танцуете, да? Это танец чего? Какой танец танцуете? Индийский. Ну, не знаю, как это? Восточный. Ну, восточный. Вот ну, хорошо, да. Это вы описали там, платье и как-то, а образ? Ну, в восточном танце, наверное, понятно.